Владимир Сапрыкин. О нулях и единице. Читает автор. В России великих людей единицы, и мы сосчитать всех их можем по лицам, не ведая смысла их новых идей. Зато пруди абсолютных нулей, которые создали группы поддержки, пытаясь писать дурь свою на издержки. Да, вождь единица, народ его славит, но свита нулей не туда нами правит. Порочен союз единицы с нулями, они, как и прежде, глумятся над нами. Пора наступила помочь единице расплющить нулей озаревшие лица, и жизнь сразу станет светлее и добрее. Но в нашей России нельзя без нулей.